Всем еще раз доброе утро. И впервые за сегодняшнее утро я завидую своим коллегам, что не я буду общаться со следующими нашими гостями. Пока в России повсеместно идет праздник Масленицы, в Ирландии тоже не отстают от праздничной недели. 17 марта ирландцы отмечают День Святого Патрика. И вот в поддержку этой традиции екатеринбургские любители собак ирландских пород решили отметить его по-своему. Так, у нас в студии находятся три прекрасных существа, рыженькие, герой, наверное, поэтому Рома. Ирландские. Это терьеры, правильно? Это два терьера, да, и сеттер. И сеттер. Ничего не понимаешь. Подожди, подожди, давай начнем с правильного. У нас в гостях все-таки Елена Кузьминых, участница парада собак, и Вера Борисовская, правильно? Президент уральского филиала национального клуба «Ирландский терьер». Ну и три питомца. Питомца. Как зовут? Представьте. Рядом с вами сидит Рома. Его домашняя кличка Рома, а так его зовут, конечно, гораздо длиннее. Золотое сердце, рыцарь-романтик. Рыцарь-романтик. Всяческий чемпион нескольких стран, интерчемпион. Но это не мешает ему праздновать День Святого Патрика. Да, кто еще с нами есть? Это Пуля. Пуля? Пуля. Пуля дома Пуля. Да. Она Пуля. Маленькая, компактная и быстрая. Пулечка, иди сюда. Зовут ее... Песня «Утренней звезды». Еще маленькая, у нее сегодня день рождения, 11 месяцев. Да прелесть какая. Это Ляля, ирландский сеттер. У нее, она просто Ляля. Просто Ляля? Да, 8 лет. Ляля. Почему ирландские, почему сеттер, почему терьеры? Что в них такого особенного, в этих собаках? Характер. Очень ориентированный человека, веселый, быстрый для прогулок. Очень хорошо. Слушай, я правильно понимаю, терьеры, вот эти вот бородачи такие, это охотники? Охотники вообще-то все ирландские породы. И ирландские терьеры, и ирландские сеттеры. И сейчас нет еще с нами ирландских волкодавов. Они тоже охотники. Вот. Дело в том, что в Ирландии вообще как бы больше упор на собак, имеющих охотничьи качества, чем на собак. Полезные. Собаки полезные. Не просто диванные, а собаки полезные. Подожди, вот по поводу не диванные собаки. Как в квартире себя живут? Чувствуют. Да, живут. Как они живут, как чувствуют себя, как они себя ведут, что очень важно. Вы знаете, на самом деле ирландских терьеров в квартире почти не видят и собак. То есть они как-то умеют так компактно собраться, как кошки. Кстати, кошачьим терьером, ирландского терьера называют американцы. Именно за вот эту свою маневренность лапок, за возможность куда-то свернуться калачиком. Кошачье поведение. Да, Елена, я понимаю, что у Веры у нее другого выхода не осталось. Она заводчица, она президент этого клуба. Но вы, я знаю, завели как-то по любви, согласились на такую собаку. Мы познакомились на Дне Святого Патрика. Как раз. С Ляли ходили три раза на парад. И очень полюбили ирландских терьеров за схожесть характера, за веселость, игривость. И теперь очень дружно и весело живем. То есть сеттеры с терьерами отлично ладят? Да, более отлично, того, именно после очень хорошо. Святого Патрика Пуля появилась да. в семье. Ах, вот так вот, да? Вот, завели. День Святого Патрика какой замечательный. Ну и в этом году как будет отмечаться День Святого Патрика и где и когда можно будет посмотреть на этих прекрасных созданий? День Святого Патрика отмечается... во всем мире 17 марта. Это день Ирландии. Как правило, он имеет даже не столько какие-то... Ну, это немножечко не религиозное, а скорее такой языческий праздник. То есть это день Ирландии, день весны приближающийся, день... Обычно, видите, все в зеленом, да? То есть отмечают приход весны, приближение весны этой, да? Ну и, в общем-то... В общем, 17 марта, в субботу, в Екатеринбурге. Воскресенье, простите, тороплюсь жить. Да, мы а где, в центре города, на Вайнера? Да, мы встретимся на плотинке. На плотинке. Да, устроим там маленькую ирландскую прогулку. В общем, собачки в зеленых шапочках в воскресенье на плотинке. Да, Елена, вопрос, хочет, вопрос даже не столько к вам, а к Ляле. Вот, раз уж села на диван, может быть, исполнить что-нибудь? Не знаю, может быть, гавкнет по команде, может быть, лапу даст нашим, петь например. Умеет ирландские песни народные? Нет, петь не умеем, танцевать тоже лапку даст, ну, не знаю. Слушай, попроси барышню лапу. Дай лапу, пожалуйста. Ляля, дай лапу. Ляля очень необычная для нее обстановка. Дай лапу, пожалуйста. Дай лапу. Ляля, лапу, дай лапу. А у них, кстати, команды по-русски для них звучат? Или учат ирландские? Не хочет, она очень волнуется. Конечно, может, она ваш язык не понимает. Наш такой, телевизионный язык не понимает. Посмотри, вот спокойно сидит рядом и никуда, в общем, и не надо. Ну вот терьеры спокойнее, да, эти более нервные собаки.
веселые, игривые. Веселые. Терьеры, они легко поддаются дрессировке. В этом году парад Святого Патрика пройдет уже в четвертый раз. Четвертый раз парад Святого Патрика. Уже пойдем мы гулять по центру города. А, кстати, именно в эти даты. Сколько собачек собирается на параде? Вы знаете, сложно это сказать. Мы приглашаем всех желающих. Всех людей, а которые если имеют... не ирландская порода? Такой замечательный день Святого Патрика. Оказывается, в этот день любой желающий может объявить себя почетным ирландцем и присоединиться. И в день Святого Патрика все собаки становятся ирландцами. Да, здорово. Ну, спасибо вам большое. Напоминаю, что у нас в гостях были Вера Борисовская и Елена Кузьминых, организаторы и участники парада ирландских пород. Ну, а сейчас давайте посмотрим, как собственными руками сделать из кружева браслетик.